Приветствую, красавчики. Когда растить кормление, вносить удобрения? Смотри на малышечку, а какая она уже, чуть-чуть подросла, хорошенькая. Температурка 18 градусов. Ну, как раз вот эта вот золотая минималочка, что только может быть. Значит, растет она на бело-синем спектре, на диодиках самсунговских. На такой вот панелечке вообще она тепла, ну вообще никакого не выделяет, работает на мощности 13% от своей номинальной 150. Температура сейчас 23, влажность 41, функция день. Вот это отвечает датчик, короче, показываю все эти принадлежности. Растет на гидропонной системке аквапод, клик на одно посадочное место и удобрение. Когда же вносить все же? Ну, где-то так рекомендовано. Когда уже корневая система более выйдет за пределы горшка, тогда уже можете вносить туда удобряшечки. Но опять же постепенно, по чуть-чуть, так как растишечка наша маленькая, она растет больше, больше, больше. Растение – это еда, не надо с ним перебарщивать. Это диета, как ты для себя соблюдаешь какую-нибудь ЗОЖ там программку, так же самое для растений. По чуть-чуть можно добавлять на стадии вегетации, она будет тянуться к солнышку, джар, скрывай свои все вот это фотосинтезы, листочки нашло ведь через листики, кушает, потом все, снизу, значит, растение, удобрение питается, а сверху оно растет и тянется к своему солнцу. Дети, солнышко на гидропонике.